сдачи. Это футболка, под которой под этим номером будет выступать Джаба Дваль в даче в ближайшие 2 года. Контракт рассчитан сроком на 2 года. С января месяца это новый старый футболист дачи. Старый, потому что он уже здесь провел 2 с лишним года в этом клубе. Atacă lupii galbeni cu tactică de lupt. La orice vreme și într-o clipă suntem o singură echipă. Acum de fotbal, iar cândva o țară mare. Джаба, первый вопрос, почему решил выбрать именно дачу? Дача, я 3 года сыграл раньше, я очень хорошо играл там, просто пригласили меня и подписал контракт на 2 года. Какие у тебя эмоции по возвращению? Ну, я рад очень, знаешь, это не чужая команда, и я хочу спасибо сказать наше руководство, что пригласили меня. Запомнить меня. И я подписал на 2 года, я рад очень. Да. Не чужой команды, точнее. Мою команду. Были какие-то еще другие предложения, кроме дачи? Ну, было что-то. Ну, я не хочу сказать. Я уезжаю. Какая твоя цель? Первая цель будет дачи. Что ты хочешь добиться? Ну, сейчас я как бы знаю, что дача на первое место. Я очень хочу, что стал чемпион. Я все делаю, что помочь команде. Что стал чемпион. Ты пришел за чемпионство, играл в Азербайджане, взял чемпионство. Да. В Молдове вице-чемпион. Да, да. Пришел взять золото. Да, ясно. Ну, на первое место, да, сейчас идет команда. Я все сделаю, чтобы помочь команде и стали чемпионом. Молдавии. Посмотрим, что будет. Я все сделаю для команды, чтобы помочь забивать голи и все. Да. Сколько голов собираешься забить до лета? До лета? И сколько играл? Я точно не знаю. Я пытаюсь, что очень много забить. Посмотрим, что будет. 5-10. 2-1. Сколько играли? Осталось сколько играли? Приблизительно где-то, если 12, да? Ну, посмотрим, может 100% результат будет. Я не знаю еще. Везде ты был практически бомбардировал команды, кроме Карабаха. Там мало играл, что... Да, да, мало. Ну, все, там Карабаха, я когда... Карабах подписал контракт, это аренду было на 3 месяца. И сбор не был я на сборы, и потом не формы, и поэтому так случилось. Скучал вообще по Молдове? Тут ты провел очень хорошее время, хорошо играл тут. Ну, хотел вернуться вообще? Да, да. Если не хотели, не подписал контракт. Потому что я... Если не хочешь, не делай это, да. Я хотел, я... Ну, пригласили, я подписал, я так решил. Посмотрим, я все делаю, чтобы команда станет чемпионом. Разговаривал уже с кем-то из бывших стоит? Не, ни с кем сейчас. Никто не встретился, потому что сейчас только, да, и видели, что сейчас подписали контракт, и поэтому да, после этого встретимся с ним. Помнишь, забивал дачи уже в Лиге чемпионов? Да. Дача не прошла дальше. Ну да, ясно. Ну, я тогда, я за Стафон сыграл, я 2 забил, просто когда мы 3-0 выиграли там за Стафон, ну это случайно, ну я не говорю, что это случайно, ну просто 3-0 это много было. А здесь туалет поиграли, хорошо сыграли, дачи очень.